Здравствуйте! Хотим вам представить змею молочную королевскую. Это малыш. Растет она чуть более метра. Предпочитает живые корма мышек. У нас этот питомец приучен есть замороженных мышек, поэтому это гораздо проще в содержании дома. Абсолютно безопасен, если обращаться с ним аккуратно. Днем, как правило, он достаточно ведет себя спокойно, активен ночью. Кушает раз в недельку. Содержится он в террариуме. Обязательно должен быть теплый коврик, то есть место, где он может погреться, и уголочек, где он может охладиться. Обязательно наличие водички. Любит купаться. Вообще считается, что змея несколько нервная, но наш питомец очень спокойный. Посмотрите, абсолютно ручной. Живут они примерно 15 лет. Змея не ядовита, но если вы ее напугаете, конечно, она может укусить, как любое животное. Поэтому обращаться с ней нужно аккуратно, не пугать его. Эти змеи хорошо разводятся в неволе, но для этого нужны определенные условия. Температурный режим, влажность. Данное животное достаточно экзотическое, но не стоит его бояться. Абсолютно приятное на ощупь. Это абсолютно неправильное мнение, что они холодные. Очень приятное животное. Я всем рекомендую.